Всем приветик! Сегодня покажу вам этот макияж и покажу вам, как я увеличила свои глаза в 2-3 раза. Без операции. Вообще, это видео изначально планировалось, как я перевоплощаюсь в ТикТок няшу. Вы видите, я не особо похожа на няшу. И поехали! Я не болею. Я его кинула на стол. Он на столе выглядит, конечно, вообще омерзительно. Простите меня. Где моя рыбацкая шляпендра? Чего мне нужна? Это панама, да? Потому что я только после душа, а мои волосы пушатся. Вот так вот я потом иду рыбачить. Удочки за спину, выйду на берег. Мое лицо выглядит таким чистым на камере. Потому что это так и есть. Могу рассказать, кстати, про свой уход, потому что те, кто давно смотрят меня, знают, что у меня кожа была всегда с чем-то. А теперь бац, и все. Ну, короче, я все равно мажу BB-кремчик. Мы ведь перевоплощаемся в ТикТокершу. Вот не могу я разговаривать, когда я делаю... Ну, я не знаю, как может мозг концентрироваться на двух вещах одновременно? Наверное, это должно дойти до такого автоматизма. Моя рука уже должна сама по себе идеально наносить тон. Я так не могу, кажется. Ну, при этом я сейчас как-то разговариваю, да, но я, честно говоря, очень сильно стараюсь, сильно сложно. И я пытаюсь, потому что я очень сильно пытаюсь. Ну, ничего, со временем, да, я тоже на автомате это буду делать. Все-таки жизнь длинная, макияж наносить еще надо будет. Постоянно хочется что-то подправить. Еще раз напишите мне, пожалуйста, нормально ли я выставила свет? Кто такие тиктокерши, да? Давайте сначала выясним. Как мне кажется, то, что их характеризует, это прическа с хвостиками, потом 10-2 точки и няшный макияж. Он такой темный. Короче, я его прям вот так вот на всю щеку наношу. Потому что скулы у милых девочек не имеются. Они же милые щекастики. Вообще ничего не видно. Знаете, что мы сделаем? Я хочу наклеить эти штуки. Типа второй века. Сейчас чихну. Нет. Знаете, как это должно намечаться? Так что это должно держаться, типа. Вот так вот, видите, держаться. Мы уже знаем, куда клеить. Где должна быть складочка? Так прикольно! Я теперь хочу себе операцию на глаза. Видите, мои брови сами по себе такие, вот такие, какие они есть, такие чух-чух-чух. Мы их сделаем сейчас прямыми. Такая прямая кисточка, и ты делаешь прямые брови. Я уже сомневаюсь, что этот цвет мне подходит. Ну и то, что у нас осталось, я сразу же нанесу на носик. Ну все, брови, нос, глаза, я уже абсолютно другой человек. И это еще не предел. Мне такие... Огромные глаза. Твои глаза такие нежные. 5 юаней 2 штуки стоят. Я как в их фейских видео. Фильм такой огромный кусок, чего они просто запихивают себе в рот. Я думала, как это возможно? Все возможно. Брови мы сделали. Это было легко. Теперь мы берем. Ну, собственно, и возьмем тени. Не знаю, какой взять. Просто я хочу взять розовый, но розовый такой типичный. Возьмем фиолетовый. Типа вот этот. Посмотрим. У меня теперь новый разрез глаз. Его и красить по-другому надо. Сильного, наверное, макияжа мы прям делать не будем. Хотя, конечно, будем. Нет, сильно прям тенями мы не будем работать. Ну, немного там что утемню. Вот здесь, допустим. Я сказала, мы не будем сильно тенями работать. Ну, ладно, я хочу здесь веселиться, понятно? Поэтому... Я буду веселиться. Еще и вот здесь проработаем углубления наши. Все-таки брови, да, я сделала вообще какие-то вот чисто в своем стиле, ничего. Чего тиктоковского. Ну что ж. Это же мое видео, делаю, что хочу. У меня такие прикольные глаза. Я такая. Большеглазка.
О, вот так вот. Теперь мы сверху берем. Ну, еще, да, немножко тоньше сделаем. О май гад, это просто не я. Теперь мы добавим стрелоку. Можете начать сначала кисточкой. Сначала, что я и сделаю? С кисточкой и черными тенями. Какую бы сделать стрелку? Я сделаю няшную большую стрелку. Даже не знаю. Оставшиеся я нанесу сюда. Потому что у меня вот здесь типа черные брови, а здесь коричневые. Супер. Добавить черноты. О нет, я так стала слишком бровастой. Ну ладно, фиг с ним. Посмотрим, что получится в конце. Растушу их. Получается, я же могу сейчас рисовать совсем по-другому стрелки. Для другого века. И я сделаю такие, знаете, стрелки, округляющие мои глаза. То есть я и вот здесь, имею в виду в середине глаза, усиленно буду красить. Это, конечно, симпатично, когда у тебя глаз открыт, но когда он закрыт, типа, чё? А, ну теперь со вторым что-то я постараюсь. Все, моя подводка начинает высыхать. Ну, знаете, я наоборот хотела стать няшей, а становлюсь какой-то этой цыганкой. Короче, мы будем исправлять стрелочки. Не бойтесь совершать ошибки, ведь есть консилер, только в жизни его нету. А теперь мы почистим каким-то образом это. О, а можно же и эту штуку накрасить, да? Да, смотрите. Если ее накрасить, то ее почти не видно. О, мне нужны тени, кажется. И еще дорисую я свои стрелочки как-нибудь вот так вот. Да, вот теперь стрелки такие хорошие. Теперь давайте я фиолетовые тени на место верну. Блин, да я становлюсь какой-то типичной. Типичной красивой девочкой, а не няшей. Я знаю, что нам нужно. А, ну в общем, пофиг. Я хочу нарисовать точки. Я встала в 6 утра. Значит, подводкой мы рисуем точечку. Я похожа на клоун. Смотрите, как это прикольно. Даже на точке, блин, не похоже. Я это замажу. Как консилер, классная вещь. Вот как я делаю. Симпатично, очень красиво, но я... Не тикток, няша. Но видео будет все равно так называться. Теперь мы добавим блажь розовых румян. Здесь очень много, я поэтому как-то даже боюсь. Делаем вот все оставшееся, короче, сюда нанесу. И на нос. Очень свежо выглядит. Ну, короче, ресницы, да, чё это вообще изи-пизи. Опа, опа. Ну, всё-таки я то, что накрасила свои собственные ресницы, кажется, мало толку. Вот эти локоны мы оставляем. Делаем хвостик. Типа я школьница. Почему? Мне кажется, что... Не, я выгляжу красиво, вообще без базара. Ну все как-то... Ну мы закончили. Вот так вот можно увеличить глаза в два раза, наклеив такие штуки, потом замазав их. А давайте еще наверх чем-нибудь замажем. Какими-нибудь блестками. У меня есть желтые шиммерные тени. Я, наверное, буду вообще выглядеть ужасно. Хорошо. О, господи, о, господи, о, господи. Вы этого не видите, я вам покажу. Вы так не делайте, девочки, мальчики. Вы тоже наносите, не забывайте про это. Это делает глаз очень... Ладно, вот и весь макияж. А это я, в общем, была с вами, Хара Закарья. Перевоплощением в ТикТок няшу. И супер большими глазами. Напишите мне в комментариях, похожа ли я на няшу. Или я больше похожа на стервочку такую, которая пытается косить под няшу. Мне кажется. Первое. Я няша. Ну все, пока. Пойду копить деньги на операцию на глаза. Ну, если, конечно, постараться нормально собрать хвостик. Мне кажется, я буду похожа на Ариану Гранде, если я как-то... Как она делает? Со своими огромными веками, да. Короче, нифига не похожа на Ариану Гранде. Пойду я спать. Всем пока.